Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов сегодня снова на скамье подсудимых. Напомню, его и бывшую главу Ленинского района Надежду Рожкову обвиняют в халатности. Дом на улице Самочкина вовремя не был признан аварийным и в итоге не был расселен. В результате дом рухнул, и 200 человек остались без жилья. Разбирательство по этому делу длится уже больше 3 лет. В течение этих последних 3 лет я потерял много вот и денег, и времени, и ремонт, что делал, и приватизацию. Если бы он был признан аварийным, нам не разрешили больше приватизировать. Все, кто приватизировал жилье, все живут в маневренных фондах. Кто не приватизировал, им хорошее жилье дали, квартиры дали всем. Говорят, денег нет, ведь они же нам и дом построить обещали же. Чертков был тогда исполняющий обязанности главы администрации, он обещал нам. Не переживать, через год будете жить в своих квартирах. Вот до сих пор вот живу в маневренном фонде, только по судам бегаю. Ответственные люди, которые были ответственны за это здание, они виновные. Вам бы какое решение сюда хотелось? Я не эксперт. Я пенсионер. Какой я, девушка? Вы о чем вообще говорите? Ну, как была комиссия людей района.